Чиновники постановили снести часовню, построенную в деревне Корниловка Нижегородской области, сообщает Интерфакс. Храм на святом источнике построил за свой счет местный житель. До революции на этом месте стояла церковь. Местные власти сочли объект самостроем. «Я в суде выступаю, я всем привожу один пример. Давайте я построю где-то домик, повешу американский флаг и обзову посольство Америки», заявил представитель правового отдела местной администрации Алексей Чернов. Между тем, епархия уже заявила права на часовню и выступила в этом споре на стороне жителей.